Всем привет, с вами канал Science Daily. Илон Маск считает, что SpaceX в ближайшее время необходимо нарастить производство двигателей Raptor следующего поколения, иначе возникнут потенциально ужасные последствия. Двигатели Raptor компания планирует использовать в огромных многоразовых кораблях Starship, чтобы доставлять людей и грузы на Луну и Марс. Каждый корабль Starship требует довольно много двигателей – 33 для гигантского ускорителя первой ступени, называемого Super Heavy, и 6 для космического корабля верхнего уровня, известного как Starship, то есть в общей сложности 39 двигателей Raptor. При этом у SpaceX весьма амбициозные планы – создать целый флот звездолетов Starship в ближайшие годы для колонизации Марса. То есть компании придется производить огромное количество двигателей в относительно ближайшем будущем. И, судя по электронному письму, которое Илон Маск отправил сотрудникам SpaceX, в компании пока не знают, как справиться с этой задачей. Маск описывает ситуацию с производством Raptor как кризис, который намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Он говорит, что ему пришлось отказаться от запланированного отдыха в День Благодарения, чтобы поработать над производственной линией Raptor, и умоляет всех сотрудников SpaceX оказать посильное содействие. Маск объясняет, что корабли Starship необходимы для запуска второй версии интернет-спутников Starlink. Компания уже запустила более 1600 кораблей V1 Starlink и примерно 100 аппаратов более совершенной линейки с помощью Falcon 9. Но эта ракета-носитель не сможет запускать более крупные спутники V2, которые Маск считает жизненно важными источниками дохода для компании. Также в письме Илон Маск упомянул о возможном банкротстве компании SpaceX, если в следующем году компания не сможет выйти на уровень запуска Starship хотя бы раз в 2 недели. Учитывая, что Starship спроектирован таким образом, чтобы его можно было полностью и быстро использовать повторно, SpaceX потребуется всего несколько действующих кораблей, чтобы выйти на частоту запусков 2 полета в месяц. И хотя пока еще Starship находится на стадии испытаний, это может измениться в ближайшие месяцы после первого успешного орбитального запуска. Так что выход на 2 полета в месяц к концу следующего года вполне реален. Вообще, письмо Илона Маска больше похоже на желание взбодрить работников, отвечающих за создание двигателей. Уверена, у SpaceX есть большое количество возможностей получения дополнительных средств, и до банкротства компании еще так же далеко, как от Земли до Марса. На нашем канале вы найдете самые интересные научно-космические новости, поэтому не забудьте подписаться.